слушаете Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Заместитель председателя комитета Рижской думы по транспорту, ну, соответственно, депутат Рижской думы Мирослав Койс у нас на прямой связи. Добрый день, Мирослав. Добрый день. Да, ну вот понятно, что весна, лето, такой период, может быть, активных ремонтов. Рижане очень ждут. И, естественно, ремонт дорог, мостов. Мы знаем, что, кстати, и определенные изменения готовятся в бюджете города на этот год. Вот, может быть, несколько слов с этого начнем. Вот как вам видится эта вот картинка вот с наступлением хорошей погоды, когда действительно можно все эти необходимые ремонты провести? Да, ну, наверное, если начнем с мостов, то продолжается строительство моста в Саркандаугве, это с проспекта Вестура на улице Твайка. Угу. Также продолжается Дегловский мост, и мост Деглова должен быть в этом году уже закончен к концу августа, к началу сентября он будет закончен, открыт. Так что все четыре полосы, я имею в виду, будут открыты. Это, наверное, если что касается мостов, мост Браса продолжается ремонт, но он еще будет два года ремонтироваться, то есть планируется, если все будет в порядке, то к 2023 году, к празднику песни и танца, мост будет открыт. Что касается поправок, да, сейчас будут приниматься тоже поправки, и они будут касаться конкретно и велодорожек. В этом году наконец-то начнем строить велодорожку из Имонты в Болдера, то есть в Даугавгриву. Этот проект 2017 года, то есть 4 года он уже вот ждет на полке пылиться, в этом году начнем. Также начнем строить велодорожку из Риги, из центра, простите, в Зепный Каунс. Вот. Что касается таких улиц, то улица, значит, Гертрудас будет ремонтироваться, и там будет обширный ремонт, то есть сначала коммуникации будут меняться, там Рига Суденс, Силтумс, они будут свои коммуникации менять, потом уже департамент будет дальше, значит, асфальт менять и так далее. Ну и, конечно, улица Бруйнеку закончится ремонт. То есть вот это вот такие самые главные, наверное. Улица Маскова-Скруспилс, перекресток большой тоже, который много людей используют, он будет реконструирован. Это тоже сейчас вот поправки мы финансирование выделим. То есть, ну да, вот ждем, когда начнется нормальная погода уже без дождей, и чтобы можно было все начать. Да, вот что касается велодорожек, вот, ну, не секрет, и это, кстати, еще даже прошлая Рижская дума, может быть, это не так громко звучало, думала о том, как уменьшить количество автомобилей в центре, с одной стороны. А с другой стороны, вот всегда возникает вопрос, как найти баланс, потому что, с одной, мы понимаем, что те, кто едет на машинах, ну, не всегда или чаще всего не на экскурсии, действительно, по рабочим делам, министерство, ведомство, да, сейчас очень много может делать вот удаленно, но тем не менее, то есть люди едут на машине не потому, что им хочется по центру покататься. И вот как найти этот баланс между велодорожками, автомобилями и общественным транспортом, который вот тоже стоит в пробке, он никак обойти эти пробки не может. Вот, может быть, несколько слов об этом. Что касается общественного транспорта, то это введение полос для общественного транспорта отдельных, это решает проблему того, чтобы общественный транспорт не стоял, как, скажем, есть на улице вот Дзелзовас, есть полоса специально для общественного транспорта на Райне. То есть вот эти полосы, это, конечно, решает проблему с общественным транспортом. Что касается всего, что у вас другого, что вы спросили, то я считаю, что прежде чем что-то разрешать или запрещать, нам нужно давать людям альтернативу. То есть я думаю, что проблема с большим количеством машин в центре города решится тогда, когда, во-первых, вокруг города будут построены эти парк-н-райды, так называемые, когда можно будет приезжать, скажем, потому что очень много машин, кто едут сейчас, люди на машинах в центре Риги, они не живут в Риге, это приезжают из Марупа, из Кекова и так далее, да. То есть, в первую очередь, нам нужно смотреть, как вот этим людям предоставить альтернативу. Это хороший общественный транспорт, хорошие поезда, скажем, в Марупе сел поезд, приехал в Ригу до поезда, где-то на окраине Риги, точнее, наоборот, приехал на машине, оставил машину, там пересел на общественный транспорт. Поэтому сейчас разрабатываются тоже такие мобильные пункты. Один будет на Саркандауге, один будет на Штиротаве, где либо троллейбус, либо автобус, либо трамвай может подходить вот к, скажем, к станции железнодорожной, да, и люди приезжают и пересаживаются на общественный транспорт. То есть должна быть такая альтернатива. Поэтому в центре города, конечно, мы вводим параллельно какие-то велодорожки, какие-то ограничения, но, как я уже сказал, это должно быть все, должна быть какая-то альтернатива, и также общественный транспорт должен быть хороший, чтобы человек, выходя утром из дома,
подумал, зачем я поеду на машине, это нужно мне искать парковку, это будет, возможно, в пробке стоять, общественный транспорт хороший, поеду-ка я сегодня на троллейбусе. То есть такое мышление должно быть. Но для этого и общественный транспорт должен быть хороший, с чем мы тоже сейчас работаем, чтобы и покрываемость была по всему городу, чтобы можно было добраться на общественном транспорте, ну и плюс он был быстрый. Да, я так понимаю, что в будущем, наверное, будет и новая вот эта система платежной оплаты вот, услуг общественного транспорта. Это готовится. Не знаю, чем закончилась эта эпопея, но она больше технический вопрос, где на водородном топливе бы работали эти троллейбусы. Я так понимаю, что там технические вопросы еще тоже до конца не решены. Да, есть технические вопросы, например, как зимой это происходит, когда сильные морозы, минус 20. Но я так понял по информации Ригасатекс, что зиму пережили и в минус 20 ездили тоже. Да. Ну, со временем буду, да, закупаться, чтобы можно было действительно, чтобы и троллейбусы, как, например, четвертый троллейбус, скажем, продлили. То есть он где-то едет с проводами, дальше он может на водороде ехать, скажем. Это тоже решает проблему у многих маршрутов. Да, я знаю, что вы уже комментировали, к вам журналисты обращаясь, но тем не менее это вызвало определенный резонанс, эта история с отстранением на время проведения служебного следствия, так я понимаю, нынешнего директора, ну, уже отстраненного вчера, директора департамента сообщений или транспорта Рижской думы господина Рейнбаха. Ну, и есть там политики не только, которые посчитали, что вот это такая сейчас, ну, вот политика новой администрации Рижской думы, зачищать, скажем, тех, кто остался от прежних времен чиновников, имеется в виду. А что касается, как бы, то, наверное, если взять все департаменты, то это только второй директор, который был сейчас снят после Алексеенко, после департамента среды и жилища. То есть, поэтому я бы не сказал, что на общем фоне происходит какая-то зачистка, так не происходит. Что касается господина Рейнбаха, то я не думаю, что можно назвать его, скажем, ставленником предыдущей власти, потому что, если вы помните, то и предыдущая власть, и Нил Ушаков, мэр предыдущий, он пытался, он уволил господина Рейнбаха, и Рейнбах через суд добился своего восстановления, поэтому я бы не сказал, что это так, что претензии к нему были и прошлой власти, да? Я так понимаю. Да, да. А что касается транспорта, ну давайте посмотрим, что происходит в Риге с дорогами, с ямами, с перекрестками, с пробками, с мостами. С этим надо что-то делать, да. Тот же Деглова, сколько лет он уже, небольшой мост, сколько лет он ремонтируется, да, и все люди утром стоят в пробке на улице Деглова. Поэтому я думаю, что многие рижане согласятся, что действительно проблем здесь очень много, и, конечно, директор в ответе за это все, за то, что проекты задерживаются, тормозятся, не реализуются, и так далее. Можно ли говорить о том, что, в принципе, в перспективе вообще на такие любые руководящие должности, ну, в исполнительной власти Рижской думы и в муниципальных предприятиях, да, вот будет на основе конкурса люди назначаться? Безусловно, это тоже то, с чем мы шли на выборы, что должна быть прозрачность и открытость. Любая должность, значимая должность, должна быть проходить через конкурс, должно все быть открыто, должна быть комиссия независимая, которая выбирает и просматривает кандидатов. То же самое будет и здесь. Такое было с исполнительным директором, то есть в результате открытого конкурса был выбран новый исполнительный директор. То же самое будет с департаментом, как я сказал уже, департаментом среды и жилища, и департамент транспорта, как только проблема, вопрос с отстраненным директором департамента будет решен, и если нам нужно будет искать нового директора, то, безусловно, это будет открытый конкурс. Будем искать специалиста, то есть здесь не только должен человек быть, понимать что-то в транспорте и в сообщениях, и как дороги латаются, но и должен человек быть администратором, потому что директор, ну, и администратор в первую очередь, который работает с командой, и руководит проектами. Согласны ли вы, что, может быть, как-то нужно думать, я понимаю, что это не легко сказать, и на государственном уровне, потому что зачастую, это не в оправдание господина Рейнбаха, а вообще зачастую вот этот вот процесс закупок, он настолько как бы долгий, там, с бесконечными обжалованиями, запутанный, что вот, не знаю, надо залатать яму, и в результате это на месяцы все эти бесконечные споры между кто будет ремонтировать, какие условия закупочного конкурса и так далее. Да, здесь я с вами соглашусь. Тоже я как стал сталкиваться вот с этими вопросами, то действительно это очень, мне кажется, бюрократический процесс, очень длинный, долгий процесс, но это национальный вопрос, то есть это парламент должен решать по всей Латвии вообще,
как это устранить или как это сделать проще и легче. И департамент, например, сейчас департамент транспорта, они очень-очень боятся, и это как бы оправдано. То есть они говорят, мы не можем вот это сделать, к нам придет госконтроль и штрафует. Мы не можем это сделать, мы не можем так сделать. То есть шаг влево, шаг вправо, обязательно кто-то проследит и посмотрит. Но я думаю, что какие-то мелкие закупки, даже по улице Чака, когда мы хотели нанять какое-то коммуникационное агентство, чтобы рассказать людям, зачем мы делаем эту на улице Чака велодорожку. Тоже нужна была закупка, это все происходило очень долго. Ну, то есть любой маленький процесс, он идет очень долго. Я понимаю, что есть большие проекты, как, скажем, вот Иманта Болдерая, да, велодорожка на 6 миллионов. Это большой проект. Там нужно там смотреть, там нужно за каждым евро следить, да. Но есть и поменьше, которые проекты, которые, может быть, действительно должны были быть более доступны и быстрее проходить. Но, конечно, проверка должна быть в любом случае, 100% должна быть проверка каждого евро, как был потрачен. Да, вот по поводу действительно приоритетов, ясно, что это такое вот, ну, политическое решение, чему отдать предпочтение. Мы знаем, что были эти дискуссии. Помню, даже мэр Риги комментировал, что там или потратить эти там десятки миллионов, к примеру, на пристройку к театру национальному, там вот была дискуссия, или потратить на ремонт мостов и дорог. Понятно, что выбрал мэр Риги. Так бы выбрал любой мэр, вне зависимости от политической принадлежности. Вот что касается велодорожек, спору нет, что понятно, что город должен быть, не знаю, более европейским. Но есть ли какие-то, не знаю, исследования, насколько вот эти все-таки это вложения довольно большие, они будут востребованы, вот эта дорожка, там, не знаю, Иманта, Болдарая, будут ли люди пользоваться, достаточно у нас вообще велосипедистов готовых вот такие маршруты совершать, есть ли в этом необходимость? Ну, я не знаю, прогулка это одно, но у нас, может быть, не так много людей, не знаю, из Иманты работают в Болдарая, из Болдарая в Иманту, все едут работать, вот, не знаю, в центр. Ну, во-первых, если мы посмотрим велодорожку, которая идет с Золитуды до Юрмалы, то летом она очень загружена. Там очень много велосипедистов едут в Юрмалу. А сейчас эта дорожка в Даугавпилс, она тоже будет и дорожка на море. То есть это, кстати, не только на работу. Это в субботу, воскресенье можно поехать без пересадки, как говорится, по одной велодорожке доехать до Рижского залива. Это открыто будет и для Иманты, и для Золитуды тоже. Поэтому я думаю, что если спросить жителей вот этих районов, и мы спрашивали, я смотрел тоже отзывы разные, многие говорили, что мы ждем эту велодорожку. Что касается, что не так много велосипедистов, то, наверное, не так много велосипедистов, потому что у нас велодорожек нету как таковых. Чем больше будут появляться велодорожек, тем больше будут безопасных велодорожек, потому что они должны быть безопасны, тем больше выходить на улицу будут велосипедисты. Я очень с многими разговаривал с велосипедистами, они говорят, ну, я лучше поеду на машине или на общественном транспорте, потому что мне небезопасно до центра ехать. Будет велодорожка, и появятся велосипедисты. И последнее, что, наверное, это вот Иманта Даугавгрива, Иманта Болдера, вот эта велодорожка, она даже символична и тем, что мы делаем инфраструктуру в Болдерае. Я встречался с жителями, они часто говорят, что о нас забывают, что мы как отдельное какое-то государство. Мы часто слышим это, да. Угу. Да, Рига нас забывает. А тут мы соединим, наконец-то соединим, и что это будет тоже хорошо для жителей Болдерая, что у них будет возможность хотя бы поехать куда-то, прокатиться и так далее. То есть мы идем и вот в эти районы. А что вы напомнили Болдарая, мы знаем, что был такой амбициозный, ну, проект или идея самого министра сообщения, господина Линкайца, который говорил, что чуть ли не поезд пустит, и там какой-то метробус назывался. Это вообще все оправдано, потому что, я так понимаю, ну, это очень большие деньги. Это большие деньги, да, поезд планируется через несколько лет, но это идет от Министерства сообщений, да, то есть, ну, если Министерство сообщений будет готово в это инвестировать, то да, там также на улице Слокос будет тогда остановка, и дальше уже Болдера, я смотрел эту линию. Ну, я думаю, что это оправдается, потому что люди будут ездить. Я сам часто езжу на третьем автобусе до Болдерая, но это немножко тяжеловато бывает, признаюсь. Поэтому, наверное, если это поезд, который быстро, без пересадок, сможет довести до центра жителей Болдера и жителей Илгутсемса, думаю, люди будут пользоваться. Тем более, если будет дальше Rail Baltica, то есть дальше можно будет куда-то поездить. То есть, если есть вот это соединение, я думаю, люди будут пользоваться. Да, по поводу Rail Baltica, это еще один вопрос, который не могу не задать. Я думаю, что понятно, что он будет в фокусе внимания не один месяц, не один год. Вот многие обеспокоены тем, что в связи с Rail Baltica может быть закрыт этот переезд железнодорожный Золита до Иманта, и, в общем, будет часть района отрезана, надо будет обходными путями как-то выбираться. Вот что здесь планируется?
Планируется между Иманта и Золотудой построить туннель, это на Анонимужес бульваре, вот как бы Анонимужес делаем, Анонимужес бульвар да. соединяется, да, вот там, то есть тоже очень много было дискуссий, оставить ли переезд, то есть переезд как таковой остаться не может, это по условиям Rail Baltic, то есть рельсы не могут быть на одном уровне с машинами, то есть нужно либо рельсы поднимать над машинами, либо рельсы едут по земле, тогда машины едут в туннеле под рельсами, это условия Rail Baltic, поэтому в таком виде, в каком сейчас существует этот переезд, он остаться не может. Было много дискуссий, скажем, сделать туннели вот где сейчас, на улице Золитудес, либо на Анониму уже сделать туннель, либо делать мосты. Мы встречались с общественными организациями из Золитуды и Иманта. Но вот решили, что лучший вариант это будет именно построить туннель. Туннель будет как для машин, так и для общественного транспорта, и для велосипеда, для велосипедистов, для пешеходов. Но его будут строить. Я не знаю, будет ли такой, не могу сейчас сказать, будет ли такой момент, когда там будут еще строить, а здесь уже закроют, в принципе, не должно быть. То есть пока, когда построят туннели, откроют, тогда должны закрыть улицу Золитуды. Ну вот я сейчас так точно в детали не скажу. Ну, самое главное, что хотя бы ну, есть идеи, как этот вопрос решить. Вот что касается, поскольку вы второй комитет, в котором вы работаете, если не ошибаюсь, это по безопасности и порядку, да, вот одно время такая была идея еще Пошлой Рижской думы, частично она была реализована в Старой Риге, это вот, скажем так, пронизить видеокамерами вот этот вот район, что, естественно, это очень помогает и для выявления каких-то правонарушений, вообще, ну, как бы чувство такой безопасности. У рижан говорили, что вот есть будет план, там начнется потом Кенгаракс, там Балдарай, такие, ну, если так можно сказать, такие криминогенные зоны, да. Есть ли такие вот проекты в Рижской думе? Идея такая есть, да. Но вы понимаете, под каждый проект нужно финансирование, поэтому мы тоже согласны, что нужно больше устанавливать камер видеонаблюдения. Это и я даже по себе знаю, что, наверное, я бы чувствовал себя безопаснее, идя по улице, зная, что здесь где-то есть камеры. Это может и полиция сразу реагировать, и потом это как доказательство можно, например, посмотреть, что же там было на улице. Поэтому, да, сейчас выделены деньги на установку камер в тех местах, скажем, вот есть в Риге есть такие места, где люди, к сожалению, выбрасывают мусор крупногабаритный, то есть какое-то поле люди привозят, выкидывают мусор, увозят. А вот там просили камеры, вот в такие места будут установлены камеры, чтобы полиция тоже видела, если где-то люди нарушают вот в таком случае порядок, выбрасывают мусор. Что касается безопасности, то да, мы собираемся в ближайшее время, как только можно будет, как сказать, идти встречаться, тогда мы собираемся посетить центр видеонаблюдения рижской полиции, полиции самоуправления, и тогда, может быть, уже решим конкретно, какие камеры будем устанавливать. Но то, что мы это хотим сделать, такие идеи есть, да, это безусловно. Да, вот что касается бюрократии, вот вы говорили, естественно, все с этим сталкиваются. Мы знаем, что сейчас вот эти 5 центров будет обслуживание населения, да, вот вместо этих исполнительных дирекций. Вот насколько, на ваш взгляд, там эти вопросы, где население обращается, могут решаться достаточно оперативно, чтобы это все не увязывало с бесконечными там департаментами, одна виза, вторая виза, третья виза? Да, ну идея вот этих центров, главная идея в том, что Рижская дума должна стать ближе к гражданам Риги, к жителям Риги. В каждом центре, сейчас их 5, как вы сказали, со временем они должны увеличиваться. В каждом центре есть ответственный человек, у него есть мобильный телефон, этот мобильный всем доступен, он опубликован, то есть люди могут даже напрямую позвонить, если есть какая-то проблема. И главная идея, что как раз-таки человеку, жителю не нужно ходить по разным институциям и по разным департаментам. То есть вот есть точка, вот это вот Рижский центр, туда позвонил человек или пришел, он сказал, у меня такая-то проблема. И уже этот центр сам дальше решает, созванивается с департаментами и так далее. То есть этот центр все ему решает, то есть человеку не нужно самому будет ходить. Посмотрим, конечно, как это будет на практике реализовано. Но я знаю, что выбраны уже по конкурсу вот руководители этих 5 центров. Они уже работают, это профессионалы. Посмотрим, как будет работать. Но главная идея, что да, что Рига должна быть ближе к жителям. И люди, как говорится, одним вопросом, одним звонком должны решить свой вопрос. Да, вот такой вопрос, который ну, не могу не задать, он сейчас актуален. Мало того, что все-таки мы говорим о мэре Риги, он работает в вашей же фракции, да, вот
прогрессивные, то есть за прогрессивные. По крайней мере, я думаю, вы тоже следите за социальными сетями. Ну, очень многие русскоязычные неоднозначно восприняли эту акцию со смены флага. Понятно, почему это было, как бы в чем политический жест. Понятно, что эти решения по принудительному вообще посадке самолета гражданского ни в какие ворота не входят, все это понятно, да. Но многие русскоязычные посчитали, что это какой-то такой, не знаю, чересчур популистский пиаровский ход, и вообще это, ну, как бы не уровень мэра самому бегать, менять флаги. Ну, давайте возьмем, где этот флаг поменяли. Этот флаг поменяли около гостиницы «Латвии», вот на этом, где вот раньше, да, памятник Ленина стоял, да, там сейчас эти флаги все находятся. Это не официальное место проведения чемпионата. Официальное место проведения чемпионата – это арена Рига, это Олимпийский холл, там проводится чемпионат, там флаг Беларуси нынешний, значит, лукашенковский, там, если по телевизору играет команда Беларуси, то тоже флаг нынешний, как говорится, Беларуси, да, официальный флаг. Там никто ничего не менял. То, что происходит на улице Риги, в принципе, то, что происходит вот напротив гостиницы «Латвия», это просто украшение городское. Так же, как мы на какие-то праздники вывешиваем флаги на улице. Поэтому, в принципе, здесь больше, наверное, было такое символичное, смена флага, нежели какая-то большая, что, как говорится, как многие критикуют, говорят, что вот там на хоккей наехали или еще что-то. Это просто украшение на улице. И мэр города имеет право поменять любое украшение на другое, как он считает правильным. Я думаю, что многие согласятся, и никто не будет говорить, что происходит, как бы, ну, как бы утверждать то, что происходит сейчас в Беларуси, и оправдывать, что сделал Лукашенко, как он снял человека с самолета. Это, конечно, все ужасно, поэтому нужно было каким-то способом, что ли, поддержать народ Беларуси, который находится на улице, который протестует против нынешнего режима Лукашенко. Поэтому это такое, как бы, знак поддержки, наверное, со стороны Риги. Значит ли это, что, может быть, надо, не знаю, как-то больше работать и нынешней Рижской думы, ну, со всеми рижанами? Объяснять. Это безусловно. Эта проблема, к сожалению, в Латвии существует. И это не только Риги, это проблема всего государства. То, что, да, у нас есть один государственный язык, мы его любим, мы им пользуемся, мы на нем говорим. Но есть и большое количество жителей, 40% сколько, да, которые говорят и дома, и на других языках. И вот этой коммуникации, к сожалению, нет. Это мы видим и на национальном уровне, что касается вакцинации, что касается все информации вокруг COVID, да, когда хотели выпустить газету на русском, и сразу же национальные, значит, силы стали в позу, что ни в коем случае. Но в любом случае есть какая-то часть населения, и мы должны говорить на их языке, потому что даже в честь, как бы, как уважение, что ли. Да, я хотел сказать, я же еще и элементарное удобство. Мы же сейчас не говорим там о каком-то, не знаю, неуважение к государственному языку, но есть просто даже элементарное удобство и доступность той информации, которая нужна для безопасности и здоровья всего общества. Ну вот про те же вакцины, если мы говорим, тем более, что сейчас вы, как человек тоже с большим журналистским опытом, прекрасно знаете, что сейчас возможность, ну, общественных СМИ, ну, к сожалению, они снижаются. Мы знаем об этом проекте, по-моему, с 1 сентября, если не ошибаюсь, перевода ЛТВ-7 тоже в такой интернет-формат. Не знаю, правильно это, неправильно, может быть, с точки зрения каких-то современных технологий развития интернета, может быть, да, в долгосрочной перспективе, но если так смотреть в сухом остатке, то у государства все меньше и меньше возможностей вообще, ну, общения с населением, особенно с тем, для которого вот родной язык не латышский. В том-то и дело, что это два разных вопроса. Государственный язык и язык общения в семье. Да. Понятно, что, и как я сказал. Доступность, да, информации, мы, да. Да, поэтому, да, и я думаю, что чем больше людей вакцинируется, чем быстрее мы победим COVID, в этом выиграет все население, в том числе и национальное объединение и другие политики. Поэтому нам нужно как-то достучаться, что ли, до людей, которые... Даже вот у меня есть друзья, которые понимают по-латышски, они говорят, ну, мне было бы, может быть, проще по-русски почитать. Ну, действительно, специфическую я считаю, что, да? Это тот вопрос, например, здоровья, безопасность, это тот вопрос, где на первом месте все-таки должно
должна быть как бы интересы всего государства, в интересах всего государства, чтобы и те люди, которые не говорят на латышском языке, чтобы они получили информацию, вакцинацию и так далее. И поэтому вот вы спросили про Ригу, да, здесь тоже, безусловно, Рига должна объяснять, рассказывать и делать какие-то, скажем, контенты, сейчас это слово, да, в социальных сетях и на других языках, на русском и так далее, на английском. У нас много иностранцев здесь живут, которые английские, на английском языке разговаривают. Поэтому, кстати, да. Безусловно. Угу. Вот я думаю, наши радиослушатели, те, кто следят за политикой, в курсе, что вы представляете партию «Прогрессивные», тоже в социальных сетях вызвало такую, ну, небольшую, может быть, бурю, пока в стакане воды, если я бы так сказал, об идее «Прогрессивных» ввести налогообложение на наследство. Да, мы знаем, что целый ряд партий, в том числе и тех, кто ходит в коалицию в Рижской думе, весьма негативно к этому отнеслись, назвали, что это чуть ли не какой-то там коммунизм, отобрать, поделить, там, не знаю. Вот, может быть, несколько слов об этом. Да, ну, знаете, здесь, наверное, вот это как бы вариант, что ли, неудачной коммуникации, потому что это не наша идея, с которой мы сейчас вот вышли, да, а это была вписана еще в нашей программе в 2018 году, и, то есть в старой программе, которая лежит на полочке, и мы ее брать не будем, и на выборы в Сейм в следующем году будет написана новая программа, где этого пункта уже не будет. И мы общались тоже с экспертами, которые сказали, ну, в принципе, это не актуально сейчас такой налог, то есть когда-то это было написано, и да, просто нужно об этом забыть, да. То есть поэтому мы не придерживаемся сейчас этой идеи. Как я сказал, это просто одна из идей, которая раньше была когда-то. Ну вот неудачно где-то она сейчас всплыла почему-то, как это самое воспоминание на Фейсбуке иногда всплывает, так и здесь это всплыло, но эта идея оставлена, мы абсолютно ее не придерживаемся. Да, еще, может быть, такой вопрос хотел задать. Вот что касается вот прогрессивных, все-таки вы партии, я так понимаю, такого социал-демократического, левого направления. Нет такой опасности, вот, что работая, не знаю, в достаточно большой коалиции в Рижской думе, что вы, как бы, не знаю, со своей позиции, своими идеями потеряетесь? Я почему спрашиваю? Мы сейчас видим, что происходит на правительственном уровне. Да? Часть партии почему-то чувствует, что, не знаю, почему это, наверное, отдельный вопрос. У них надо спрашивать, что они какие-то младшие братья, что там их идеи, там их инициативы не поддерживаются, они вроде сидят, кнопки нажимают, и они, как партия, просто теряются. Рейтинги снижаются, и вот все это привело к такому вот, почти кризису в правительстве. Мы видим, что сейчас происходит. Это вот толкание, там, не знаю, плечами, это мой пост министра экономики, а это мой. Да, вот в Рижской думе нет такой опасности? Тем более, что вы политики молодые, первый раз вообще были избраны. Ну, такой опасности, наверное, конкретно с нашей фракцией нет, потому что у нас 15 человек во фракции, это крупнейшая фракция, кстати, да, в Рижской думе, и мэр, как бы руководитель Рижской думы, тоже от нашей фракции. Безусловно, что мы работаем с другими, есть какие-то, может быть, разногласия в каких-то не столь важных вопросах с партнерами, но мы стараемся, чтобы ни мы не были вот этими младшими братьями, сестрами, ни наши партнеры по коалиции, то есть мы стараемся их услышать и вместе с ними работать. То есть, пока такого не замечал, что касается вот этого, то, что молодые и глупые еще политики, да, только-только пришли, но да, вначале, знаете, я тоже такое замечал, хотя у меня опыт в журналистике более 12 лет, то есть я в политике был, но с другой стороны, да, за камерой. Да, я замечал, что, такой дедовщины, честно скажу, нету от старших политиков, да, но нужно всегда быть начеку, конечно, это да. Но пока что, я говорю, такого, как в правительстве, в любом случае, ругательства внутри, какого-то каких-то разногласий у нас нет. Ясно. Может быть, тогда еще такой последний вопрос, что касается вот бюджетных вот всех проблем и с изменениями в этом году, в следующем году. Как вы вообще видите? Потому что, мы понимаем, что пандемия тоже повлияла. Вероятно, все-таки денег будет еще меньше. Вот как эти приоритеты каким-то образом обозначить в ситуации нехватки финансов? В этом году в приоритетах наша коалиция и мэр выдвинули три приоритета. Это социальные вопросы, это детские сады, то есть открытие новых групп, постройка новых детских садов. И третье – это инфраструктура, то есть закончить те проекты, которые есть, которые я уже назвал, мосты и улицы, и новые начать. Это на этот год. На этот год, да, действительно, бюджет Риги чуть меньше, чем в прошлом году, даже не чуть, потому что это связано и с тем, что правительство решило подоходный налог по-другому теперь делить. Больше забирает государство, меньше получают самоуправление.
И также вот налог, который платится, скажем, другие все налоги поступления, это с имущества, то, что платят рижане в городской бюджет, и, опять же, как я сказал, подоходный налог. Пока что говорят, по крайней мере, в департаменте финансов, что поступления идут нормально в этом году, то есть так, как мы планировали. Что будет в следующем году? Ну вот посмотрим. В этом году уже, безусловно, команда мэра и коалиции работает и смотрит, где можно сэкономить. То есть мы уже сэкономили на автостоянках, мы уже сэкономили, можно было перекредитовать некоторые кредиты, перефинансировать и вот на процентных немножко выиграть, скажем, то есть меньше Рига где-то будет платить. То есть такие возможности вот сейчас ищем, и департамент финансов ищет, где можно сэкономить, пересматриваются предыдущие какие-то договоры и так далее, где можно сэкономить, чтобы, да, чтобы Рига не очень пострадала. Но бюджет, да, в этом году меньше, следующий бюджет летом начнем работать, будет уже видно, как там. Да, ну, в завершении совсем не связано с Думой. Многие, я думаю, наши радиослушатели знают, что вы активно участвовали многие годы последние в освещении вот этих событий в Евровидении, участие латвийских исполнителей. Да? Вот как вы оцениваете вот в этом году вот, выступление Саманты Тин? И, может быть, вообще, можно ли сказать, что Евровидение стало в этом году, не знаю, менее политизированным? Может, многие там, вы помните, в прошлые годы было такое соревнование, наверное, пока не было пандемии. Люди там смотрели, какая страна, какой стране сколько баллов поставит, там кто-то обижался, кто-то уже высчитывал, ага, вот тут много каких-то соотечественников этой страны, значит, вот это исполнитель получит столько баллов. И это превращалось в какой-то, не знаю, почти мини-парламент, а не в музыкальный конкурс. Да, действительно, это так было, и мне даже было печально, что многие пытаются привязать политику к Евровидению, и сами организаторы, и все фан-клубы стараются отдалиться от политики, чтобы это все-таки было и оставался музыкальным конкурсом. В этом году организаторы Евровидения сделали очень такой, я бы сказал, шаг большой, они провели это Евровидение, то есть не отменили, как мы знаем, многие спортивные мероприятия отменяются, либо проводятся без зрителей. Евровидение было проведено, Евровидение даже было проведено со зрителями, 3500 зрителей находились в зале. Понятно, они делали тесты и до, и прямо вот перед кто-то началом. Кто-то был уже вакцинирован полностью, да. Вакцинированы, да, и 5 дней после Евровидения тоже все должны пройти тесты, то есть посмотреть, как это прошло. То есть это такой большой серьезный шаг был сделан, но все поклонники Евровидения, конечно, это оценили, потому что в прошлом году не было конкурса. В этом году, если бы еще бы не было, то это уже 2 года была бы такая пауза. Что касается латвийского музыканта, ну, я думаю, что Саванта сделала все, что она могла, выступила хорошо, песня была хорошая, но это, как вы говорите, это конкурс, это как любое соревнование, кто-то приходит первый, кто-то в серединке, кто-то приходит последний. Голосование такое, какое оно было, мы можем, конечно, там говорить, что, может быть, если бы была Литва в нашем полуфинале, они бы голосовали, или Россия бы за нас голосовала, они были в другом полуфинале. Я оцениваю положительно то, что Италия выиграла, я думаю, что очень заслуженно, и второе, третье место, кто заняли, Франция, Швейцария, это все заслуженно, поедем в следующем году в Италию, Италия очень гордится победой, они рады, вот спустя вот в 90-м году Тото Кутуньо последний раз побеждал для Италии, привозил этот конкурс. Так что я думаю, что это было все правильно сделано. Да, было много ограничений. Я сам на месте не был. Я созванивался с журналистами, которые были там. Они сказали, что тяжело, очень много ограничений. Нужно каждый день делать тесты. Это занимает много времени. Но, к сожалению, да, вот такое время пандемии, что приходится с такими как бы ограничениями жить. Но я думаю, что было правильно сделано, чтобы Евровидение было. Ну, это совсем не значит, что, не знаю, уровень латвийских исполнителей ниже. Да, но просто это конкурс. Да? В следующий раз, может быть, будут лучшие результаты. Безусловно, и там очень много факторов складывается. Кто выступает до нас, кто выступает после нас. В этом году была Финляндия с рок-песней, за которую очень многие голосовали. И поэтому, может быть, потерялась чуть-чуть наша песня на фоне предыдущей. После нас была Швейцария, это по зрителям он был на первом месте. Да. Поэтому, много таких звезд, что ли, сошлось. То есть иногда даже вот такие внешние факторы абсолютно не связаны с качеством исполнителя и песни, да? Безусловно, да, да. Даже те страны, которые получили ноль, Великобритания дал ноль, не была же такая уж прямо плохая песня. Песня была довольно хорошая. Совсем уж такого низкого уровня не было, да. Не было уровня, уровень был хороший. Просто так сложилось, да, что очень все стали голосовать за Италию, за там Францию, Украину. Да, явные фавориты затмили, да? Да, 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 затмили, и тем просто не досталось уже голосов. Спасибо большое, Мирослав Кодис был у нас на прямой связи посредством Зума. Большое спасибо. Радио Бал.